компания обратилась к Евгению, попросила подобрать автомобиль. Определили изначально марки для поиска, как Chevrolet Lacetta, Kia Rio в предыдущем кузове, Opel Corsa, Ford Fusion. Путем подбора автомобиля и обсуждений положительных и негативных моментов в каждом из автомобилей, состыковались на том, что будем искать либо Kia Rio в предыдущем кузове, либо Hyundai i20. Обязательным критерием от Евгения было пожелание – это коробка механическая, минимум пробега, и, естественно, чем лучше состояние, тем лучше. Ну, за 12 дней удалось подобрать Hyundai i20 от одного владельца с оригинальным подтвержденным сервисной книжкой пробегом 43 тысячи километров, без ДТП. По техническому состоянию близкое к идеальному, все рекомендации, какие есть, это поменять левую рулевую тягу, после этого сделать сход-развал. С машиной в комплекте отдали летнюю резину, сейчас машина на зимней. Есть сигнализация с автозапуском, с обратной связью. По комплектации машины с электроусилителем руля, рулевое колесо отделано кожей, есть управление магнитолой на руле, есть разъем USB, AUX-разъем, подогрева сидений, есть система ABS. Все электростеклоподъемники, электроскладывание зеркал, в общем, все, что необходимо, и даже чуть больше. Евгений, поздравляю с покупкой, хотелось бы пару слов услышать. Все, что обещано, все было сделано, проверено со всех сторон, мы ездили смотреть машину в сервис, поднимали. Я хочу сказать, что гонорар, он был полностью отработан. Совершенно было не жалко отдать этих денег, потому что была проделана колоссальная работа. И не потому, что я девочка и ничего не понимаю в машинах, а потому что вот этот рынок, авторынок, это люди, где все портят себе карму. И есть люди, которые ее восстанавливают. И было перебрано очень много машин. И, наконец, была найдена идеальная для меня машина. Я очень рекомендую всем обращаться, потому что каждый должен заниматься своим делом. И подбором авто профессионалов. Вы не пожалеете.